Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал, с вами Владимир, и сегодня я хочу вам рассказать о новенькой iOS 14.3. Что же в этой новой iOS? Исправили баг связи, исправили баг того, когда вы звоните, нету больше этой синей полосы, либо когда вы завершили звонок. Исправили баг того, что в заметках пропадали данные различные, которые вы хранили без причин. Повышена производительность, повышена автономность. Но об автономности будем говорить уже завтра, когда я протестирую хотя бы часов 12-14, после того, как заряжу на 100%, чтобы можно было отталкиваться от того, что у нас есть. А сейчас давайте мы с вами посмотрим, как в целом работает это iOS на скорость работы, как открывается приложение, и, конечно же, посмотрим на то, как реагирует в настройках батареи, можно проверить, включит система или нет, как в энергосберегающем режиме, так и без. Поехали!